Уроки Колель Тора несут для меня свет, мудрость и традиции еврейского воспитания. Душа человека – огонь, зажженный Богом, так сказано в Торе. Посещая занятия Колель Тора,
я получаю духовные силы, чтобы пополнить жизнь теплом и светом. От одного огонька загорается другой огонек, но первый от этого не становится меньше. Скоро зажгутся ханукальные огни. Что может быть красивее и духовнее этого света? Я 9 лет хожу на уроки в Тарели Карама, и за эти годы я многое поняла и узнала. Когда я впервые открыла Тору после урока, я вдруг увидела, как в комнате моей стало светлее, как будто бы я отодвинула штору. И за эти годы в комнате становится все светлее и светлее. Я поняла, что Тора – это единственный истинный свет в нашем материальном мире. Да, я поняла. Нет, увидела сердцем, что Тора – это свет, Тора – это истина, Тора зажигает огонь в душе каждого еврея. Нужно только это помочь ей сделать. Тора учит нас мудрости, любви к ближнему и добру. Свет Торы – это такая волшебная вещь, делясь которой его становится не меньше, а больше. Даже когда мы отдаем, ее становится больше. Светите сами, зажигайте мир вокруг, и все будет хорошо. Я изучаю Тору 4 года. Благословен тот день, когда я встретила человека, который привел меня в эту группу. Изучение Торы, ежедневное прочтение Тейлим и других источников знания сделалось моей необходимостью. Каждый день я познаю что-то новое. И это очищает мою душу и дает свет моей душе. И частички этого света я стараюсь передать своим родным, знакомым, близким. Учение свет нам дарит Тора. И Ханука наступит скоро. Она надежду нам дает, что чудо вновь произойдет. Скоро наступает самый радостный и теплый праздник Ханука. Он мне напоминает уроки Кулиль Тора. Ведь как мы зажигаем ханукальные свечи, так и наши уроки зажигают огонь в моем сердце. И я продолжаю верить в чудо. Всем чудесной и теплой радостной Хануки. Добрый вечер. Изучая Тору, я учусь находить в себе новые грани талантов и характера. Веселой Хануки всем! Ханука – праздник света. Я хожу на уроки Кулиль Тора. Они мне дают силу, энергию, веру в будущее каждого дня. И этот свет в праздник Хануки я передаю другому участнику наших любимых женщин.